Почему я на тренировку хожу, а не езжу? Потому что как раз от таких мелочей зависит мой вес. От того, сколько шагов я ежедневно пройду, от того, как я пойду ли я пешком на четвертый этаж или проедусь на лифте. Я, кстати, хожу пешком исключительно уже давно. Вот из подобных мелочей складывается. То есть ваша цель похудеть, она где-то там далеко, очень как бы через несколько месяцев на самом деле. А для того, чтобы ее достичь, вам нужно каждый день что-то делать. Каждый день и что-то маленькое. И на самом деле это не что-то там грандиозное, там, я не знаю, жутко голодать и не добирать калорий и так далее. Нет, наоборот. Это все можно делать абсолютно в комфорте, на вялике. Ну, в общем, будет, конечно, и голодно иногда, но в общем и целом это все может проходить довольно просто, комфортно. Ну, для этого, конечно, нужно знать 18 наиважнейших элементов успешного похудения. У меня на сайте можете зайти, купить курс, узнаете их. Вот, поэтому к вашей цели длительный довольно период, несколько месяцев, скорее всего. Рассчитывайте, если вы нормально создали себе дефицита, рассчитывайте, что вы будете худеть там на полкило в неделю. В неделю, заметьте. Это будет честный минус жира. Это будет не минус там просто, что вы водичку слили. Нет, это именно будет жировая ткань. То есть вот по чесноку худеть вы сможете там на 500-1 килограмм жира в неделю. Понимаете? Вот и посчитайте, если вам нужно скинуть хотя бы десятку, это 10 недель, 2,5 месяца дефицита. Причем, смотря какого еще дефицита, это может занять не 10 недель, а все 20 недель. И вам для этого нужно просто каждый день что-то делать маленькое. Вот я сейчас, например, иду на тренировку вместо того, чтобы ехать. И я на тренировку хожу постоянно, какая бы погода ни была. Ну, за исключением там каких-то эксклюзивных случаев, когда просто льет как из ведра или еще что-нибудь вот типа такого. Вот. И на самом деле по времени у меня это занимает 18 минут, ну а на машине это заняло там, ну ладно, 5, да, с учетом прогрева двигателя, 6-7, ну в общем, то есть тоже время. А так получается, я и прошелся, находил свои шаги, и с помощью этих шагов я сейчас удерживаю свой вес. Для вас, если вы хотите похудеть, шаги — это средство похудения, а для меня это уже просто средство удержания моего веса. Вот поэтому я хожу на тренировку, чего и вам желаю. У меня есть 21 причина для того, чтобы ходить. Я их в ТикТоке выложил все и в Инстаграме, поэтому смотрите, вдохновляйтесь, начинайте больше ходить. Ну и, конечно, я же говорил, переходите по ссылке в профиль на мой сайт, покупайте мой курс 7-дневный, худейте. Или, если хотите лично со мной, как с коучем, поработать, пожалуйста, пишите в личку, поработаем.